Отож, дорогі друзі, хороший день нам гарантований, це 100%, оскільки сьогодні п'ятниця, останній день тижня, будемо відпочивати, набиратися сил, а зараз я хочу представити нашу гостю, яка вже є в студії, це Вікторія Романенко, голова організаційного комітету мультифестивалю «Студентська республіка». Вікторія, вітаю тебе. Добрий день. Дякую за те, що завітала сьогодні зранку. Перша гостя – це найважче завжди, тому що прокинутися треба найраніше. Отож, «Студ Республіка», сьогодні про це і поговоримо. А взагалі, що це за мультифестиваль, що він дає молоді? В декількох словах для наших телеглядачів, хто з цим не знайомим і не стикався ніколи. Я би назвала «Студ Республіку» не просто мультифестивалем, а цілою колыбелью для будущих лідерів, тому що це мультифестиваль, який ділиться на развлекательную часть и интеллектуальную часть. Интеллектуальная часть, тема интеллектуальной части обычно выступает какая-то проблема, которая есть у нас в регионе. В данном году это модернизация нашего региона, мы ее поделили на две части, на промышленную и на модернизацию молодежной политики, потому что молодежная политика у нас тоже немножко подхрамывает. И также на студенческой республике будут выборы студенческого мэра и студенческого магистрата. Вот, я бы назвала студенческую республику тем местом, где зажигаются новые лица, зажигаются новые звезды именно социально активной жизни. Вот такой вот интересный мультифестиваль. Сколько лет уже существует «Студреспублика» и за эти годы какая, скажем так, тенденция? Это развитие или все-таки на одной ровной вот так? «Студреспублика» существует уже 17 лет. Я считаю то, что «Студреспублика» только развивается, потому что с каждым годом программа становится все насыщеннее, все интереснее. Раньше когда-то интеллектуальная игра была гораздо менее по объему, чем сейчас. Раньше когда-то было меньше субфестивалей. Раньше было все по-другому. Сейчас «Студреспублика» стала очень масштабным проектом на 3 дня, причем выездным на море, где люди полностью могут погрузиться в работу и могут полностью отдаться именно той теме, которой они занимаются. То есть это замечательно. А на «Студреспублике», если вы поделили фестиваль на несколько частей и есть интеллектуальная часть, то работают специалисты какие-то с молодежью? Да, конечно, работают эксперты. А что это за эксперты в этом году и какие мастер-классы, возможно, будут? Или что это? А давайте это будет небольшой сюрприз, интригой, да, для наших участников. А вообще вот по участникам много участвует и как много кандидатов, вот, если набирает обороты «Студреспублика»? В этом году у нас будет 5 кандидатов и больше 300 человек мы набираем. А по сравнению с предыдущим годом, сколько было тогда кандидатов? Тогда сейчас было 2 кандидата. А то есть рост такой вот? Да, идет, да, да, действительно рост. Тогда было 2 кандидата. И участников было 220, то ли 230 людей, я точно не помню. То есть «Студреспублика» теперь не только обучает, но и оздоравливает около 300 человек, молодежи, которые будут учиться, и, скажем так, новые социально активные лица. Да? 5 кандидатов, программа их как-то составляется, это предвыборная есть кампания, потому что к нам некоторые кандидаты приходили, по городу активно реклама происходит, вот знаешь, иногда смотрю, вот там кандидат студмэры, и у меня такие мысли, боже, это прям как президентские выборы, прям парламент, реклама прям на баннерах, на радио, то есть активно люди заявляют о своей позиции, о своих, о себе, скажем так. Ну, я бы не сказала, что совсем уж президентская реклама, но похоже уже на рекламу в мэры города. Ну, да, солидно просто так. Программа, смотришь, вот, и они свою программу должны будут представлять на самой студенческой республике. Почему? Потому что именно вся игра, вся вот эта вот жизнь у них начинается именно в эти вот 3 замечательных дня. Первый день у них идет ознакомительный, на второй день у них выборы студенческого магистрата, и на третий день у них выборы именно студенческого мэра. Как бы, чтобы не было плагиата, чтобы потом они не судились по поводу плагиата и того, там, что кто-то украл у кого-то какие-то мысли. Свои программы, какие-то свои наработки, все они представляют именно на студенческой республике. Даже я не знаю их программы. То есть заранее они не подают эту информацию? Нет, ни главе оргкомитета, ни своим оппонентам, никому. То есть все дебаты, все вот, вся именно политическая игра, это вот эти вот 3 дня.
Выборы происходят как? Сразу после дебатов, после представления своей программы, потом в конце уже выборы происходят или как? Смотрите, у нас такого понятия, как дебаты, именно самого нет. У нас есть представление проектов по модернизации нашей области. То есть в этот момент, когда человек представляет проект, каждый из кандидатов может задать ему определенные вопросы, чтобы тот ответил. Ну, грубо говоря, как вроде они представляют свой проект, и тут у них начинаются дебаты. Кто-то с чем-то не согласен, кто-то говорит, что это нереально сделать, кто-то считает, что это реально сделать. То есть мнения бывают разные. После первого блока интеллектуального будут первые выборы в студенческий магистрат. Потом идут также интеллектуальная работа... Нет, после второго блока. После второго блока я немного перепутала. Потом первый блок у нас первый день, потом второй блок — это второй день, и вот после второго блока будут выборы уже студенческий магистрат, и на третий день на утро будут выборы студенческие мэры. Уже все, скажем так, на третий день будут знать, кто же будет руководствоваться всем, да? Ну, я бы так не сказала. Всякие бывают раскладки. Бывает, происходит что-то такое нереальное, что ты даже не мог предположить в своей жизни на студенческой республике. Я уже играю, это будет год, наверное, пятый, и я всякое видела, всякое бывало. То есть непредвиденности точно есть, да? Конечно. То есть это вот. Ну, молодежь, скажем так, 100%. Да, смотрите, может быть, даже будет так, то, что вот мы модернизируем, мы создаем как маленькое государство, и у нас тоже есть свой закон, у нас есть закон о выборах, то, что там человек должен подать все документы в определенное время, и вдруг человек не подает эти документы, и, конечно же, он не имеет права баллотироваться, или он неправильно составляет эти документы, и не успевает их переделать, он тоже не имеет права баллотироваться. Такое было, и это... Друзі, ми повернулися до студії, і для тих, хто ще не долучився до нашої програми, програми «Новий день», я хочу нагадати, що в нас в гостях Вікторія Романенко, голова організаційного комітету мультифестивалю «Студентська республіка». З нею сьогодні спілкуємося про студреспубліку, про те, що цей фестиваль дає молоді, і вже наразі наступне запитання. Вікторія, як ти взагалі прийшла до студреспубліки і твоя участь у цьому проєкті? Ой, к студреспубліці я прийшла ще, коли була школьниця, я була тоді в 10 класі. И занималась в Центре ученического самоуправления. И тогда вот моя руководитель Центра ученического самоуправления предложила всем участникам поучаствовать в студенческой республике, потому что это было довольно популярное студенческое движение. И мне тогда очень понравилось, вот это именно захлестнуло. И в 2013 году я стала студенческим мэром, и тогда мне помог городской совет национальных обществ Анар Ахундов, который, кстати, сейчас мне помогает в организации студенческой республики как один из спонсоров. И то есть я с этим человеком работаю уже даже больше 2 лет. Вот. Тобто твоя участь була така, а зараз студентська республіка також охоплює оці 300 чоловік, які будуть брати участь, і учнів загальноосвітніх шкіл також? Так, некоторые учащиеся регистрировались, некоторые учащиеся тоже писали мне, что они хотят принимать участие, но так как это студенческая республіка, они не знают, имеют ли они право, но... Как, насколько я знаю, с 2011 года они могут участвовать. То есть студреспублика, опять же, расширяет свои рамки. Да, да, и привлекает все более молодую кровь. К сожалению, они не могут стать студенческим мэром, потому что студенты. Они еще не студенты и не могут войти в студенческий магистрат. Але, скажімо так, підготовку уже наступного покоління ви вже робите. Так, звісно. Наступники вже готуються. Знаєш, таке запитання, от взагалі студентська республіка як проєкт, чи підтримують взагалі влада, чи підтримують деякі організації? Так, звісно, підтримують і управління. Проблеми ніякі не виникають, наприклад, організації немає, нічого, так? Ні, ні. Люди с удовольствием идут на этот проект, потому что они знают, что в этом году данный проект будет честный. Они знают то, что этот проект будет максимально чистый, и они хотят получить красивую, честную игру. И многие ГО, громадские организации, они тоже принимают участие.
Громадські організації можуть висувати своїх представників і навіть самі брати участь у цьому, чи просто підтримувати? Можуть і видвигати своїх представників, якщо це студент, чому ні? Угу. В цьому разі є щось аналогічне? Чи конечно, є, так? Конечно. Я дивлюся, росте кількість учасників. Взагалі, які плани на майбутнє, щоб студентська республіка, можливо, вийшла за рамки області? Взагалі, це обласний проєкт, а чи... Є ще всеукраїнський також проєкт. Він проїздить кожен рік в августі. К сожалению, ще дату і місце я не знаю. Но ежегодно тоже есть там выбирать студенческого президента и студенческий парламент Украины. Угу. В тебе планов немає уже замахнутися на президента? Нет. Ні? Я думаю, нет. Дивися, ще таке провокаційне, можливо, запитання. Студентська республіка, комерційний проект, є можливість у організаторів якось заробити на цьому? Нет, конечно. Тобто це абсолютно чистий, прозорий проект, який конечно, по суті тільки... ми думаємо, господи, де би нам ще денег взяти, щоб нам самим в мінус не уйти, а ти говориш заработать. Ні, заработать на студенческой республіке нереально, потому что много чего надо, и надо сделать максимально качественно. Еду, проживание, ну там половина у нас живет в палатках, половина живет у нас в номерах, то там доплачивают. Организовать, например, мультифестивали, там, банальные какие-то там аренда палаток для соцопроса, печать соцопроса. На это все надо деньги, и причем не маленькие. Кто-то дает помощь в плане того, там, напечатать грамоты, напечатать какие-то там флайрочки, напечатать еще что-то. А кто-то говорит, там, что там, надо платить. Если мы не находим, там, нам приходится искать людей, кто нам бы дал денег. Тобто, в основному, це все ж таки, скажімо так, на ініціативі, на самопожертві, просто для того, щоб створити молодіжну політику. Просто для того, щоб підняти молодіжну політику, підняти уровень, підняти студентів, щоб це молодіжне движення, яке є в Ніколаєві, не умирало. Щоб воно далі розвивалося, щоб воно далі жило. Это очень важно. Лично для меня, как для человека с активной гражданской позицией, это очень важно. Угу. Таке запитання, що, знову ж таки, студентський мер. Чому з'являється бажання у студентів, наприклад, бути студентським мером? Які повноваження, які можливості, тобто, якими правами він володіє, якими обов'язками, можливо? Тобто, студентський мер, що він робить і що він робить для студентів? Смотрите, студенческий мэр, нету такого понятия, именно у него обязательства. Это человек, которому дали определенный статус, и он как бы сам думает, в каком русле он хочет работать. Я работала с досугом студентов, и я работала со здоровым образом жизни студентов. Я делала то, что на тот момент для меня было важно, и то, что было в моих силах. Может, кто-то сможет стать, там, не знаю, помощником мэра нашего города, будет работать в более углубленном там, русле. Это все зависит от человека, что он выберет для себя. Вот. Тобто, знову ж таки, по програмі. Якщо в програмі прописані, наприклад, якісь пункти, і студентський мер це не виконує, чи є можливість, наприклад, змінити його достроково? Ні, гра закінчується на ігрі. Програму. От, проєкти, вони пишуть і по модернізації промисленності. Ну, як ти сам розумієш, що транспортні коридори, да, у нас ніхто із студентів не зможе модернізувати. Там 80% студентів у нас ніхто не трудоустроїть, хоча там надо этим заниматься, да, то есть дети думают, как бы надо было бы сделать нашу область лучше, если выйдет у них, я буду искренне рада за них, но если нет, то как бы, я думаю, то, что даже будет неправильно снимать их за то, что они не в силах сделать. Ну, а вообще есть такое вот главное правило, то, что сама студреспублика заканчивается в третий день в Рыбаковке в этом году. То есть все, последние минуты закончились, перебывание на проекте, автобус уехал, все. Судиться, там еще как-то кого-то скидывать, снимать, можно за вот эти 3 дня, там, пожалуйста. А когда игра заканчивается, все. То есть человек просто остается при статусе этом на протяжении года. Да. Студенческая республика, есть ли возможность еще зарегистрироваться тем, кто, например, сейчас увидит, либо в интернете увидит? Да, конечно. Угу. Заходите на наш паблик ВКонтакте, подписывайтесь, заходите на сайт студенческой республики, там есть вся информация.
А когда будет проходить, какие дни? 10-12 июля, база «Космос», село Рибаковка. А отож, дорогі друзі, якщо у вас є бажання якось внести свою часточку в молодіжну політику, якщо ви студент або ж, наприклад, ще учень старших класів, соціально активна людина, то варто брати участь у студентській республіці, студентській республіці, тому що, ну, можливо, це ваш шанс стати новим гравцем на політичній арені Миколаївщини або ж України. Перспективи розвитку є. Я нагадую, що у нас сьогодні в гостях була Вікторія Романенко, голова організаційного комітету мультифестивалю Студентська республіка. А дякую, Вікторію, за таку розмову. Сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Після Студентської республіки 10-12 числа ви завітаєте уже разом із новим студентським мером, з яким ми поговоримо, що чекати студентам та взагалі Миколаївщині від нового студентського мера. Отож, дякую тобі.